Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info, перед нами Huawei Nova 9, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном девайсе изменить язык клавиатуры. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в настройки нашего телефона, листаем практически в самый низ до пункта «Система и обновления», нажимаем на «Языки ввод», после чего ищем здесь нашу клавиатуру. Мы находим нашу клавиатуру по умолчанию, она здесь SwiftK, значит, мы выбираем клавиатура SwiftK и нажимаем на нее. Дальше нам предлагают войти в эту клавиатуру, чтобы настроить ее. Мы можем нажать «Не сейчас» и также ее настроить. К примеру, нажав на «Многоязычное», мы можем здесь добавить какие-то языки и настроить нашу клавиатуру. К примеру, у меня здесь есть сейчас только русский язык. Мы можем посмотреть, какие языки еще были сюда предустановлены, к примеру, следующее, которое здесь написано, а также можем найти еще все языки. Таким образом, здесь у нас будет очень много, то есть несколько сотен разных языков, прям до самых минимальных. Обычно русский, английский, то есть все основные языки есть в предустановленных, поэтому давайте поставим к себе, к примеру, английский язык клавиатуры, ожидаемся, пока у нас идет загрузка, нажимаем на галочку, и все, мы добавили новый язык. Чтобы переключаться между языками, мы свайпаем вот так вот по клавише пробел в сторону. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!